вишня без косточек с соком. Добавляю сахар 100 грамм и ставлю на плиту. У меня замороженная вишня. Вишня с сахаром закипела. Даю ей покипеть минутку и снимаю с плиты. Добавляю коньяк 3 столовые ложки и желатин 10 грамм. Накрыла крышкой и оставляю ягоду настаиваться. Яйца 5 штук начинаю взбивать. В процессе взбивания добавлю 150 грамм сахара. Яйца взбиты достаточно, когда на поверхности какое-то время остается рисунок. Мука 150 грамм. И какао 30 грамм. Аккуратно вмешиваю в тесто. Теплое молоко 50 грамм и растительное масло 30. Перемешиваю. Добавляю немножко теста. И отправляю в тесто. И очень аккуратно перемешиваю. Форма у меня размером 24 сантиметра диаметром. Дно затянула бумагой для выпечки, ничем не смазываю форму. И все тесто отправляю в форму. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 30-35, в зависимости от вашей духовки. Проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 35 минут. Бисквит еще горячий. Я только что достала его из духовки. Прохожусь по краям формы тонким ножом. И вынимаю бисквит из формы. Такой высокий, красивый получился. И даю бисквиту полностью остыть. Сливочное масло 150 грамм комнатной температуры начинаю взбивать. И в процессе взбивания постепенно,
небольшими порциями, добавляю сгущенное молоко 200 грамм, буквально по одной ложечке. Бисквит остыл. Сняла сахарную верхнюю корочку. И теперь условно делю бисквит на три части. Нижний тонкий корж убираю, а в этом верхнем большом корже отступаю сантиметр от края. И вырезаю такую нишу. Вишня постояла, настоялась, пропиталась. Немножко начала густеть. И теперь можно ее выкладывать в начинку торта. Уложила ягоду, у меня немножко осталось ягоды и сиропа, буквально чуть-чуть осталось. И теперь вот эту верхнюю часть я разрезала еще на два коржа. Получилось у меня так, два коржа. Пока я разрезала бисквит, у меня осталось немножко крошки. Я ее наношу по краям. И сверху, вот в эту нишу, я здесь делаю бортики из крошки, я положу ягоду. Торт постоял ночь в холодильнике. Я его еще украшу шоколадом.